Вспышка гепатита А в Николаеве. Вероятная причина – питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. Сколько горожан госпитализировано и какие меры принимают чиновники, чтобы обезопасить остальных, выясняли наши корреспонденты. Высокая температура и слабость. Вирусный гепатит А, более известный как желтуха, начинается как обычная простуда, заканчивается в основном госпитализацией. Сейчас в больницах Николаева уже 39 человек с подозрением на эту инфекцию. Шестеро из них – дети. У 16 взрослых и одного ребенка диагноз подтвердился. Состояние больных средней степени тяжести. Средняя тяжесть проявляется в интоксикационном синдроме. Человек не может кушать, тошнит, то есть не принимает пищу. Мы вынуждены парентерально вводить растворы. В народе называются капельницы. Санврачи уже выдвинули основную версию источника заражения. Предполагают, что причиной стала питьевая доочищенная вода, которую люди покупали в пунктах разлива. Заболевшие указали на 7 торговых точек, и сейчас они закрыты. Чиновники говорят, проверят все подобные объекты. Рабочая группа сегодня отрабатывает город Николаев с целью установления всех субъектов хозяйственных, которые реализовывают воду, для того, чтобы потом объехать, проверить, уже, знаете, на предупреждение. В отделение, где находятся заболевшие, посторонним вход строго воспрещен. Нам удалось пообщаться с мужем одной из госпитализированных. Он говорит, что разливную воду их семья вообще не покупает, поэтому предполагает, супруга заразилась от другого человека, носителя вируса. С кем-то контактировали уже с зараженным человеком. Массовое скопление людей все равно это работа, это транспорт общественный, это лотерея. Чиновники не исключают, в ближайшее время число заболевших гепатитом А в Николаеве возрастет, ведь источником заражения могут стать люди, у которых болезнь протекает в скрытой форме, и они ни о чем не догадываются. В остальном врачи успокаивают, гепатит А не переходит в хронические формы. Практически все люди выздоравливают, и у них вырабатывается пожизненный иммунитет. В полиции открыли уголовное производство по факту массового заражения гепатитом А. Назначили ряд экспертиз. Первые результаты планируют получить уже через 2-3 дня. И тогда будет ясно, стала ли причиной вспышки недуга именно разливная вода. Пока же эпидемиологи просят местных жителей употреблять только кипяченую воду и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Николаев.